могут, слышишь, я с ним поговорю. Ребята, добрый день, уважаемые подписчики. Вот, короче, приехал я, и снова я приехал в Москву. Это район Новослободка. Вот, вот там находится Новослободское метро. Вот, и познакомился здесь с одним интеллигентным человеком, с которым я хочу сейчас поговорить. Братское сердце, извини, пожалуйста, тебя зовут Алексей? Да, Алексей. Да, Лёха, смотри, пожалуйста, скажи, пожалуйста, а как так получилось? Ну как, 13 лет назад отморозил, и потом, это, кровообращение плохое, сосуды плохие, начала кость гнить. Отрезали, ну сначала отрезали ступню, потом отрезали пятку. Сейчас вот сделали, ну вот эту, под протез все сделали, а вот на протез заработать не могу. А пенсия не позволяет. Я понял. Мне протез нужен, чтобы ходить. Чтобы вот эти вот сбросить. Вот он на костылях, ребят. Поэтому я очень скорбно прошу вас, подпишитесь на мой канал. Даже если вы не готовы или нет возможности чем-то помочь, просто подпишитесь на мой канал, чтобы помочь вот таким людям. Лёш, скажи, пожалуйста, а вообще как ты получаешь какую-то пенсию, какие-то дотации? Да, я получаю. У меня третья группа постоянная, бессрочная. Я понял. Я получаю, да. Ну, а скажи, пожалуйста, лекарства какие требуются для того, вот чтобы... Вот это измени, это надо сейчас, я посмотрю и скажу. Вот это сейчас измени. Сейчас я тебе скажу, какие требуются. Вот это 1 секунд. Не торопи. Обязательно бинты? Да, я понял. Вот насчет лекарств, сейчас я тебе, подожди, вот у меня в больнице здесь стаканки выписывали, у меня здесь все записано, сейчас. Я скажу. Это насчет этого все строго. Алексей, просто у меня тема такая, понимаешь, я хочу помочь людям. Я понимаю, сам был в такой ситуации, но не именно в такой. Мне Сергей объяснил. Я понял. Так, данные отражают, это не то. Так, реабилитация наблюдения специалиста. Так, врач, хирург, терапевт, перевязки, так. Аспирин и какой-то атовастатин. Во как. Ну это мы посмотрим по бумагам конкретнее. Да, я понимаю, что вы как бы в медицине не бум-бум. Это все вот 1.5 месяца назад это все бумаги. Все Алексей, разрешите с вами познакомиться. Меня зовут Саша, погоняло маэстро. Я слышу про вас. Да, я блогер, я начинающий блогер. Вот, я хочу помогать людям. А скажите, пожалуйста, вы живете рядом здесь? Да. Все, поэтому вот хохла Серегу знаете? А как же, мы с ним давно уже. Да, через Серегу мы увидимся по-любому. Да, если будет возможность, я по-любому вам помогу. Хорошо, не вопрос. Если поможете, вот особенно с протезом, это будет шикарно. Я понял. Если люди помогут. Алексей. А мужчина, а можно вас на камеру заснять? Нет?
Ну секундочку. Ну если люди. Нет, ну секунду. Ну секунду можно? Одну секунду. Да, потом оружие так увидим. Вот он, великий и ужасный. Это не великий и не ужасный. Это нет, это очень... мужчина. Я его знаю, кстати. Это, между прочим, очень хороший человек. Нет, я не говорю, что он ужасный в смысле. Я говорю, что хороший человек. Он не ужасный добрый. Алексей, я благодарен вам за то, что вы дали вот такое интервью. Я все, что будет в моих силах, я это обращу к вам. Я помогаю таким людям. Я сам был в тяжелейших ситуациях. Жил на улице, бомжевал. Вот. Но немножко поднялся, меня там люди подняли. Вот. И моя стихия помогать таким же, как я. Вытаскивать людей. Это хорошая стихия. Спасибо вам большое. На этом прекратим наше общение, по крайней мере, вот, на данный момент. Всех вам благ. Ребята, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Если есть возможность, помогите этому человеку. Это классный человек, который, ну, тоже находится в стихии моей. Благодарю вас за внимание. Всех благ. Респект.